Хованки для дракончиков. Вон черепица. Мне бы больше черепицы, но это очень тяжелая. Ее невозможно приклеить на стену никак. Она огромная, тяжеленная. Может быть, найду где-то полегче. И тогда на стену приклею, чтобы было больше схованок. Потом вон чайничек, потом лучше умощу им тоже прятаться. Плиточка, цветочки. Они любят прятаться, когда у них есть схованки, цветы и все такое, тогда они приходят жить и охотятся, потому что есть мошечки на цветах, метелики, вот, и они любят. Уже четверо. Приходят один без хвостик, один крупный с крупным хвостиком длинным, один маленький с длинным хвостиком и один еще меньше. У него нету кусочка хвостика. Эти двое маленьких, наверное, прошлогодние. Вот, поэтому пусть приходят. Они поняли, что здесь хорошо, и мошечки есть, и метелики, что походятся. И вот перейдут жить, устроятся здесь. Такие хорошенькие. Геккончики, дракончики. Одного назову Горыныч, другого Драконыч. И еще вот двум надо имя придумать.